Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до 5 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично, гражданам грозит штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет. Либо принудительные работы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. Если подобное нарушение будет совершено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается. Штраф составит от 2 до 5 миллионов рублей. Либо будут грозить принудительные работы на 5 лет с лишением права занимать определенные должности. РИА Новости подготовила исследование демографической ситуации в регионах России с 2018 по 2020 год. По его итогам был составлен рейтинг регионов по приросту населения. Ненецкий округ занял в нем 17 место. Отмечается, что за 3 года численность населения в регионе выросла на 0,9% или на 600 человек. Это естественный прирост, то есть рождаемость за вычетом смертности. В то же время за 3 года 200 человек уехали из региона. По состоянию на 1 января 2021 года в Ненецком округе проживали 44 400 человек. Жители Ненецкого округа могут проголосовать за наиболее удобные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. Опрос на своей странице ВКонтакте проводит Департамент природных ресурсов и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа. Охотники могут выбрать сроки для западного, центрального и восточного участков. Весенняя охота в соответствии с правилами охоты продлится в течение 10 дней. Даты для каждого участка разные. Так, на западе округа можно выбрать сроки охоты с 7 по 16 или с 14 по 23, а также с 21 по 30 мая. На востоке с 15 по 24 мая, с 22 и по 31 мая, или с 28 мая по 6 июня. На центральном участке можно начать охоту с 14 по 23 мая, с 21 по 30 мая или с 25 мая по 3 июня. Опрос на странице профильного департамента продлится до 12 апреля. Завершилось создание добровольнического корпуса федерального проекта формирования комфортной городской среды. Группа волонтеров насчитывает 20 человек. Само голосование стартует в конце апреля. Сейчас инициативная группа проходит обучение. В период проведения голосования волонтеры будут подходить к жителям округа и с помощью планшетов показывать, как происходит процесс голосования. Жители региона сможет проголосовать на месте, если помнит свои данные для входа на портал госуслуг или посмотреть инструкцию на планшете, получить бумажную памятку и проголосовать дома. На сегодня В сегодняшний день в Наринмаре запланирована работа 3 стационарных волонтерских точек и 2 передвижных. Кроме того, во время майских гуляний волонтеры будут работать в местах массового пребывания людей. Голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» будет проходить на едином федеральном портале, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах. В Центре занятости населения стартовала кампания профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям. В этом году Центр занятости населения НАО реализует обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлениям 1С «Бухгалтерия» версия 8.3, инспектор по кадрам, тракторист-машинист категории Б, С, Д, Е, водитель внедорожных автотранспортных средств категории А2 «Трекол». Пройти бесплатное обучение могут граждане, признанные в установленном порядке безработными. Обучение по программе повышения квалификации 1С «Бухгалтерия» проходит дистанционно в «Профаудитконсал». Требование к кандидатам – наличие среднего, профессионального или высшего образования. Обучение по профессии «Инспектор по кадрам» реализуется на базе Академии госаттестации. Обучение по профессии «Тракторист-машинист» категории Б, С, Д, Е реализуется очно на базе Ненецкого профессионального училища. Перед обучением гражданам необходимо пройти медосмотр
центр. При этом центр занятости населения компенсирует все затраты. Это условие распространяется и для обучающихся по программе «Водитель внедорожных автотранспортных средств» категории А2 Трекол, которая пройдет на базе общества с ограниченной ответственностью «Перспектива». Здесь главное требование к кандидатам – наличие водительского удостоверения категории Б. Приём заявлений на обучение осуществляется в центре занятости населения. Для уточнения более подробной информации можно позвонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Ненецкий округ и МТС наметили совместные планы по цифровому развитию региона. Руководитель аппарата администрации региона Андрей Блащинский и директор филиала МТС в Архангельской области и Ненецком округе Григорий Бедрин провели рабочую встречу, в ходе которой стороны наметили направление сотрудничества в рамках реализации цифровых решений для развития инфраструктуры округа. Стороны обсудили возможности модернизации социальной и экономической инфраструктуры региона с использованием аналитики Big Data и стимулирования развития технологических производств на территории Ненецкого округа путем реализации ряда инициатив компании. Стороны также коснулись вопросов сотрудничества в сфере экологии, формирования и развития IT-инфраструктуры в области образования, здравоохранения и ЖКХ, а также партнерства в социально-культурной сфере. Одним из ключевых направлений взаимодействия было отмечено развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона. В течение 2020 года МТС практически в два раза расширила магистральный канал передачи данных, а также заменила оборудование на 100% базовых станций в регионе. Получить водительское удостоверение с 1 апреля 2021 года стало еще сложнее. Нововведение объединили два экзамена в один – город и площадку. Теперь все элементы должны выполняться кандидатом в водители во время движения по городским улицам. Что касается Наринмара, то не все упражнения смогли перенести с площадки, так как в столице округа отсутствуют подходящие места. Перенос нескольких элементов в город позволит проверить навыки кандидата на получение водительского удостоверения в более реальных условиях. С учетом нововведений – были утверждены новые маршруты. В них учтены дороги с малоинтенсивным движением и те участки, на которых количество машин и пешеходов сведено к минимуму. Система штрафных баллов также претерпела изменения. Процесс обучения остался тот же. Кандидаты в водители будут практиковаться в выполнении элементов на площадке, как было до ввода изменений. Экзамен и раньше был достаточно сложный. По стране процент сдачи равен 26, в нашем же округе он составляет всего 14. Впрочем, есть и хорошая новость. Теперь получить водительское удостоверение можно с 16 лет, но с согласия одного из опекунов. Окружные молочные предприятия начнут маркировать продукцию. Отныне вся молочка будет регистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Правила утверждены постановлением правительства России. Так, до 1 июня 2021 года должна быть введена обязательная маркировка для сыров и мороженого, до 1 сентября для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток. Товары со сроком хранения до 40 суток включительно необходимо начать маркировать не позднее 1 декабря. Эта процедура позволит гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции, пояснили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. В ведомстве также отметили, что специалисты государственной системы маркировки и прослеживания «Честный знак» проводят работу с каждым предприятием отдельно, консультируют и сопровождают до полного внедрения маркировки продукции в производство. На официальном сайте системы размещены соответствующие пошаговые инструкции и обучающие материалы.